В Алматы стартовал первый игровой день чемпионата мира по шахматам. В южной столице собрались гроссмейстеры с мировым именем. В течение недели в борьбе за титулы сойдутся шахматисты из 50 стран мира. Общий призовой фонд составил 1 миллион долларов. Максим Козлов побывал на первых играх. В зале царит полная тишина. Это главное условие в проведении мероприятий такого уровня. Подготовку к приему чемпионата мира вели на протяжении 2 месяцев. У Международной федерации шахмат есть определенные критерии, определенные требования проведения мероприятий такого уровня. Ну и, безусловно, нашей командой была проделана огромная работа, как и организационная, так и в поиске спонсоров. Южная столица принимает у себя гроссмейстеров с мировым именем. Всего в Алматы на последний крупный шахматный старт в этом году собрались около 300 участников из 50 стран мира. Скорее всего, конкуренты будут достаточно жесткие на этом турнире. Главное, что я вижу, достаточно интересные фамилии игроков. Также потому, что был слегка изменен и сокращен формат. И на протяжении этого формата будет достаточно сложно один раз получить какое-то существенное преимущество. А главное, его сохранить и развить. В этом как раз и заключается сложность этого турнира. Шахматы – особенный вид спорта. В нем могут встретиться люди разного возраста и с разными регалиями. К примеру, Казахстан, как принимающая сторона, имеет право выставлять дополнительно молодых участников. От возраста в шахматах ничего не зависит. Зависит от того, насколько сильный игрок. Тот же я, сильнее некоторых там взрослых людей в Казахстане, там в мире. Всего участникам предстоит сыграть 12 игр. Призовой фонд составляет 1 миллион долларов. Максим Козлов, Сагындык Нарыков, телеканал «Алматы».